3 раза больше студентов поступили в российские вузы на педагогические специальности в 2022 году. Профессия учителя в нашей стране становится все более привлекательной. Об этом говорили сегодня на церемонии открытия Всероссийского форума классных руководителей в Москве. Его участники более 3000 педагогов и наставников из всех регионов России. Мероприятие проходит в третий раз в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ключевыми темами в этом году стали краеведение, история, искусство и творчество, патриотическое воспитание. Сейчас у нас страна переживает эпоху испытаний. И вот то, что вы делаете, вы доносите в рамках разговоров о важном ученикам, ценности патриотизма, любви к родне, служения Отечеству, ответственности за его судьбу. Всем сейчас нужна поддержка. Мы готовы вас поддерживать всеми силами.